Всех приветствую, ребята. Всех доброе утро. Вырвались мы с Виталькой снова на рыбалку. Приехали мы за плотвой крупной. 6-7 часов утра. Плюс 7 у нас погода. Утром был дождь. Сейчас довольно-таки тепло. Даже, блин, в зимнем костюме. Ну, потому что дождь обещали. Вот. Сейчас видно, рыба гуляет уже. На самом деле прогрелось все. Будем пробовать сейчас сначала на мели, остановимся, это самое, если нет, то будем смещаться глубже пробовать, в общем, будем пробовать. Кому понравилась обязательно рыбалка, палец вверх, подписочка, погнали, ребят. Так, надо, разматываем палочку нашу. О, так, в общем, по снастям у меня мой хантер 5-метровый. Поплавочек у меня вот 3 грамма. Вот такой вот. Крючочек 10 номер. Так. Ну, в общем, продвижение есть. Рыбка. Рыбка гуляет. Довольно-таки тепло на улице. Ну, что-то пробовать поймать, как говорится. Да, я думаю, сегодня должна. Водичка так прогрелась уже. Должна. Ну, как бы, я так думаю, что прогрелась. Но движение-то видно, рыба. Так. Это другое местечко. О. Будем пробовать. Где будет отзываться, там будем тормозить. Тишина, гладь такая идеальнейшая. Будем пробовать, если ее здесь не будет, сместимся. Будем искать ее. О, какая хорошая первая рыбина. Нифига себе. Нифига себе, ребят. Что-то хорошее, да. Очень хорошая. Вот она. Вот она. Вот за вот этой плотвой я сюда и приезжал. Вот она. Посмотрите. Вот она плотва. Вот это плотва. Да, Валер? О, видите? Я одну в этом году тоже такую вытянул. А, вот это плотва. За этой плотвой я сюда, ребятки, ехал. Вот она. Сколько такая, Валер? Грамм 300. Думаешь? Так, едем дальше. О, как притопило хорошо, она клюнула так красиво. Я не понимаю пока, Валер, тоже. О, с почином, ребятки. Сейчас. Я чуть-чуть вот сейчас сместился просто. Ты маленько правее кидал. Сначала, ребят, положено. Есть у меня уже крупная плотвина, у Витальки крупная плотвина. Но все равно такими пока, такими выходами. Но видно, что двигается там. Еще пока не стоит стая именно. Может, где-то она уже кучкуется, только... Может, не здесь. Там, где встали на первом месте, там вообще ничего не было. Она даже там не гуляла. А здесь пришел, только кинул сразу. Хап, есть. Thank you.
Очень много тут травы. Глубина здесь небольшая. Ну, будем пробовать. Будем, если что, сдвигаться. Будем смотреть. Вот она, ребят. Так, ох ты, бляха, муха. А, блин, не сошла, а. Виталя, иди сюда. Ах ты. И сошла. Какая здоровая была, а. Ушла. Она здесь крутится, только тихо. Блин, ребят. Ёлки-палки, а. Здоровенная какая была. Ага, есть. Помельче. Есть, не помельче. Пока я в сторону. Только тихо подходи, слышишь? Виталь. Подходи тихо. Тихо подходи только. Вот видите, опять вот сменил место. Я сразу только... Блин, там очень много травы, ребят. Поменьше глубину поставить. Только тихо, тихо. Куда ты там? Блин, какая мамка. Вот она, ребятки. Смотрите, какая плотвина, елки-палки. О, кабан. Просто кабан. Кабан. Ой, Виталь, возьмешь? Все, да? Ушла? Лови ее. Взял? Сейчас. Взял? Очень капризная. И очень шугливая, ребят. Надо к месту подходишь очень-очень тихо. Я передвигаюсь. Подходишь очень-очень тихо, подошел. Если где увидел какие-то движения, она сразу клюнула. Очень интересно. Я же говорил, что придут батоны сюда. Я же вам говорил. Это плотва жирнющая. А, есть. Не крупная. Где есть, там сразу хапом берет. Сменил опять место. Ну, пойдет. Где есть, сразу берет. Пока сюда. Там покрупнее были батончики, но такие единичные, конечно. В любом случае, ребят, рыбалка, во. О, опять поклевка. Начала она активничать, но вообще не в том месте, где я думал, на самом деле. Я не ожидал. Ага, есть. Я не ожидал ее просто здесь увидеть, понимаете? Ничего, пойдет на сушенку такая. Пойдет. Поглубже попробую поставить, давайте. Что там зацепилось? Попробуем поглубже. Там она крупнее ходит, но, блин, что-то как-то еще не хочет она, я так понимаю. Двигаться там особо. Еще очень шугливая. О, сразу поклевка. Вот она. Ай, сошла.
Война войной. Как говорится, обед по расписанию. Ну как еще? Как бы не обед, 10 часов, 11 час, наверное. Завтрак. Завтрак. В общем, рыбка поклевывает. Но в одной стране я попробовал, там помельче. Она берет, но она размер не такой, как надо. А крупные пока вот единичные. Она очень еще пугливая. Здесь в этой стране есть, но не крупная. Можно бы пробовать кукурузу одевать. Можно попробовать. Я думаю, он находится. И попадаем мы точно так просто. Да? Гуляет. Она сейчас не на месте. Почему там ее нету? Она на мели. Под берегом, может, под камышом, там будет. Ладно, пообедаем, продолжим. Пообедаем, позавтракаем. Вот здесь вот кидаю. Туда далеко. Подтягиваю сюда ближе, только тогда клюет. Да? Дальше я. Да, у нас 10:18. А у меня там наоборот дальше клевало. В общем, ребята, анализируем. Будем там что-то к чему-то сейчас приходить, к какому-то выводу. Тащила. Есть. Вот она, мамка. Смотрите, какая. Затащила, блин, а. Хотела затянуть мне тут. О, какая жирная. Смотрите. Давай, покати в сторону. Хотела затянуть. Я уже, короче, 3 поплавка оборвал, ребят. Стою здесь очень тихо. Она мне тут еще дает козни, блин. Что там? На траву закинул, что ли? 3 поплавка уже, короче, лишился. Зацепился, блин. Говорю, вот здесь вот есть место, где крупные. О! О! Вот она! Елки-палки какая! Ой-ой-ой-ой-ой! Я говорю, есть место, где берет крупное, а есть место, где берет мелкое. Но она... О, посмотрите, какая. О, какая плотвина. Посмотрите только. О, батон. Батон. А есть место, где берет шушера, понимаете? Но она, когда начинает плотва сюда заходить, в берега, заходит крупная и клюет на маленькой-маленькой глубине. Понимаете? О, блин. Это я очень зря сделал. Так, закинул. Стараюсь очень тихо подходить. Я уже весь вспотел, пока тяжелее было. Так вот и работает. Там батон не поймаешь. Там батон не поймаешь. Пока что нету такого, что один за одним. Но будет. Встаю в воде. Здесь
пока что. Сожалею, что я сегодня зимний костюм надел, это пипец. Очень жарко. Ну, я думал, дождь будет. Вернется опять, как всегда, намахал. Батонище. Батонище, ребят. Батонище, блин. Сразу тянет в траву, блин. Сразу тянет в траву моментом. Спотел, пока ходил тут. Ну что, ребятки, все, будем заканчивать рыбалку. Я уже спарился в этом костюме бегать. Начался ветер. Еще нету такого, что она количеством подходит в берег. Нету. Я думаю, еще пару деньков и будет еще лучше. Она подходит, подходит в береге, но такими единицами. Ну вот, что получилось поймать. Смотрите. Ё-моё, какая плотва. Вот. Немного, но зато батоны. В общем, такие вот пироги. Все, кому понравилась рыбалка, палец вверх. До новых встреч, ребят. Всем пока.